И всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, вы на канале ProGamer TV. Сегодня у нас будет вот такое вот видео. Я наконец-то дошел до 10 уровня, а до 11-го точнее. Сезон открывались с 8-го, я это не заметил, зашел вот сюда и смотрю, у меня доступны сезоны. Я начал российскую лигу, у меня сыграно 2 матча. Сейчас вам покажу. Анжи я выиграл 4-0 и проиграл Крыльям Советам 3-1. Извините, что не снимал, потому что я должен был почувствовать, как там играть. Но сейчас у нас матч Зенит против Зенита. Ну, конечно, мой Зенит намного-намного слабее, чем этот Зенит. Но все равно я попытаюсь его как-нибудь преодолеть. И заодно посмотрим, какой состав сейчас у Зенита, с которым мы играем. Дзюба, Джулиана, Шатов, Маурисио, Хави Гарсия, Вицель, Криштал, Лучнета, Новосельцев, Смольников и Ладыгин на воротах. Ну, я тоже всегда ставлю Джулиана на фланг. Ну, я играю в F16. Ой, извините, лагнула. И всегда... Я играл в F16 и всегда Джулиана ставил на фланг. Хотя там Джулиана был еще из Гремио. И вот наша атака. Удар и гол! Первая наша атака на третьей минуте. И вот таким вот образом наш нападающий забивает гол. Это очень классный гол. Смотрите, как забил наш футболист. Ну ладно, пускай разводят. Знаете, что я бы исправил в этой игре, если бы я был бы разработчиком? Я бы добавил замены. То есть, смотрите, как в F16 заходишь в паузу, и у тебя там высвечивается... И у меня высвечивается вот здесь вот, ну, продолжите сдаться. А в FIFA 16, FIFA 15 можно было сделать замену и там, посмотреть статистику какую-либо. И вот Дзюба пытается обыграть, но нет. И вот наша атака пошла. У нас отбирают мяч, но все равно мяч остается у нас. Так вот, на фланг, хорошо. И не смог разобраться наш нападающий фланговый. И на Мака. Мак. Роберт Мак. Роберт. Роберт. Роберт Мак. Подача. И Ладыгин в руки забирает мяч. Я бы изменил графику, я бы поставил здесь очень такую, ну, чуть похуже, конечно, чем в FIFA 16, но я бы поставил хорошую графику. А это уже всеми давно забытая графика, древняя FIFA 15. Но мне понравился здесь режим атаки. Ой, извините, мне пришло какое-то сообщение. Ладно. Не обращайте на это внимания. Ну, собственно, в целом мне игра даже понравилась. Режим атаки мне понравился. Полный матч тоже ничего. И второй гол. 2-0. Мы лидеры. И Джулиана с мячом. Джулиана. Наш футболист пошел в прессинг, но он отдал на Хави Гарсию. Хави Гарсия. Хави Гарсия. И тут наш защитник перехватил передачу. И была передача нашему нападающему, но наш нападающий не справился, и у него отняли мяч. Но тут же Дзюбу встречают и отбирают мяч. И Мак с мячом. Мак проходит одного. Маурисио его не может догнать. И вот, неплохая передача, но слишком, слишком, не слишком точнее, а немножко неточно посылал мяч Роберт Мак. И вот первый тайм закончился. Наши соперники разводят мяч. И сразу же пас на Васильцеву. Ой, мне опять что-то пришло, но не обращайте внимания. И вот атака. Я не знаю, кто это был Дзюба. Всех так мощно обыгрывал. Очень классно было. И вот на Роберта Мака передача. И Роберт Мак уходит от многих. И Роберт Мак. Ой, хорошо. И Роберт Манг добивание 3-0. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как маг хорош. Один удар. Тут же побежал. И добивание. И гол. 3-0.
Мы лидируем Максон 1809, это... Ой, Максон 1899, это я. Вот, мы лидируем 3-0. Давайте договоримся так. 20 лайков. 20 лайков. И я сразу же выпускаю новый видеоролик. И какой удар. Вот. 20 лайков и новое видео на канале сразу же. Как только 20 лайков набирается. Мне кажется, FIFA будет набирать просмотры мобайл. Я не знаю. Вот. Ой, как в прессинге-то работают наши футболисты. Дзюба просто... 4 футболиста, по-моему, там встречала. И опять наш нападающий, дальний удар. Штанга! И тут надо было забивать, но угловой. И Жирков на Мака, с Маком разыгрывают они этот угловой. И нет, не точно пробил Роберт Мак. И Ладын верхним ударом посылает мяч из своей штрафной. Но все равно тут Роберт Мак с мячом. Роберт Мак проходит многих защитников. Роберт Мак, удар! И угловой. Ладыгин снова тащит. Хотя в жизни он так не тащит. И тут пытается избавиться от опеки, но все... Нет. Не получилось, и Шатов побежал в атаку. Но тут же мы отобрали мяч. И что же придумают? И мы теряем мяч, и тут же его возвращаем. Тут Роберт Мак. Роберт! Роберт! И нарушение. Жирков бьет. Вот так вот. Нет, не точно. Раньше я хорошо бил штрафные, прям в угол. Но... И вот дальний пас. Вот мы вынесли мяч. Совсем немного осталось играть. Уже второй тайм близится к концу. И вот опять головой пытался выиграть. И тут время вышло. Вот и все. 3-0. И наша серия тоже подходит к концу. Нам дали 800 монет. Еще раз вам говорю. 20 лайков. И, собственно говоря, выходит новая серия. Ну, собственно, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Макс. Всем пока.